Министерство обороны Азербайджана обнародовало видео, на котором, как сообщается, показан удар по армянскому опорному пункту на границе двух стран. В воскресенье в районе города Тавуз произошло вооруженное столкновение, и пока ситуация остается напряженной. В Баку сообщили, что потери за два дня достигли 4 человек. В Ереване отмечают, что с армянской стороны потерь нет, 5 солдат и полицейских получили легкие ранения. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. По азербайджанским данным, армянские вооруженные силы пытались провести атаку при поддержке артиллерии и авиации. Это было неожиданное нападение на наши позиции, которое привело к гибели наших военнослужащих. Однако мы предотвратили это нападение и отреагировали соответствующим образом. Отомстили за погибших солдат. В Армении утверждают, что попытку прорыва организовали азербайджанские войска. Мы решительно осудили действия азербайджанских вооруженных сил. Они возобновились сегодня утром. С их возобновлением военно-политическое руководство Азербайджана будет нести полную ответственность за непредсказуемые последствия региональной нестабильности. На этом фоне МИД Турции выступил с заявлением в поддержку позиции Азербайджана.